I wanna be there. В эфире самая модная программа Fashion is our profession, и я ее ведущая, журналистка Ксения Голд. Сегодня в программе мы узнаем о том, как стать девушкой из списка Forbes, а также узнаем о новом итальянском лимфодренажном аппарате Icon Laser Med. Женщина Forbes. Какая она? Буквально 5 прилагательных. Она сильная, уверенная в себе, она легкая, она талантливая и обворожительная. Стильная, ответственная, дисциплинированная, знающая, думающая. Смелая, умная, трудолюбивая, кропотливая, не знаю, и добрая. Первый спикер уже готов. Всем добрый вечер. Центр ведет свою деятельность по 17 направлениям. И буквально в течение месяца мы готовимся к открытию медицинского центра в Могилеве. Всегда искать положительные стороны, концентрироваться на своих задачах, и все обязательно получится. Мой дом, я в первую очередь жена. Рабочие вопросы мой дома не обсуждают практически совсем, потому что мой муж вообще ничего не понимает в моем бизнесе. Меня зовут Маргарита Израилевич, я собственник трех бизнесов, сеть магазинов сушеной косметики Wholesome Beauty, оптовый бизнес, который также связан с косметикой, и я сертифицированный коуч, командный коуч и личный коуч. Из минусов могу сразу сказать, что это отсутствие свободного времени, но из плюсов ты понимаешь, как расставлять приоритеты в жизни, и ты понимаешь, что действительно для тебя важно, а что нет. А можно выбрать путь? Прежде чем идти в какую-то сделку, думать головой и думать несколько раз. Как выжить в пандемию? Просто жить. Плюсы быть успешной девушкой в том, что ты самодостаточная, ни от кого не зависишь, да? А минусы в том, что отчасти это отнимает твою женскую энергию, потому что что нужно быть достаточно жестким для того, чтобы управлять людьми? Вкладывайтесь в аудиторию, потому что бизнес мы в первую очередь делаем для наших клиентов. И, соответственно, сейчас тренд, я думаю, построение сообществ, и в это, я уверена, стоит вкладывать деньги. А чтобы выжить в пандемию, нужно отчасти, конечно, переходить в онлайн. Банальный такой ответ. Меня зовут Алина Капризович, я владелица свадебного бизнеса. У меня есть свое свадебное агентство, своя свадебная школа и ивент-агентство. Когда началась пандемия, это было очень такое, я не знаю, даже страшное время. Когда ты много работаешь, когда ты отдаешься полностью своей профессии, и когда ты это делаешь, наверное, в первую очередь не для заработка денег, а когда ты в первую очередь это делаешь для себя, для того, чтобы получать удовольствие от этого. Но, как правило, всегда что-то страдает, и чем-то приходится жертвовать. И, как по мне, то, наверное, в первую очередь страдают какие-то семейные отношения и семья, потому что ты мало времени начинаешь уделять. А девушка Forbes приходит домой, и там ее ждет муж, любимые люди. Это очень вдохновляет, ибо убеждаешься, еще раз убеждаешься, какое количество не только красивых, но и талантливых, целеустремленных у нас бизнес-вумен. Дорогие друзья, я рада, что вы с нами. Смотрим следующий сюжет. Модный тренд современной жизни – это биохакинг. Движение, направленное на улучшение человеческой жизни, а также ее продолжительности. Сейчас мы находимся в санатории Приозерный, на Нарыче, в прекрасных белорусских лесах. И сегодня поговорим о новых технологиях, которые помогают людям чувствовать себя лучше. Добрый день. Я Валентина Витольдовна, замдиректора по медицинской части санатория Приозерный. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией, что наш санаторий первым приобрел лимфодренажный аппарат Icon Laser Med. Этот аппарат произвел настоящую революцию в физиотерапии,
реабилитации и эстетической медицине во всем мире и у нас в Беларуси. Аппаратом Aikun Laser Med мы можем провести процедуру для улучшения контура лица и тела, лечения восстановительного периода после травм и различных заболеваний, в том числе восстановительный период после COVID. Есть положительные отклики не только от женщин, но и от мужчин разных возрастов по действию этого аппарата. Дренируете здесь. И поехали вниз. Все, переднюю поверхность мы с вами сделали. Я сертифицированный тренер компании InnoMedis в Республике Беларусь. Представляю аппарат Aikun Laser Med компании iTech Industries, производство Италии. Светлана, я вам расскажу основные противопоказания при этой процедуре. Это температура, клиничковые заболевания, герпес, онкология в стадии ремиссии должна быть 5 лет и тромбофлебиты. При остальных заболеваниях эта процедура не является противопоказанием. В нашем мире больше направлений идет на сохранение качества жизни, а уже качество жизни идет уже в ногу с сохранением молодости. Конечно, пациент, когда проходит полностью курс, даже в процессе курса, начиная со второй процедуры, он ощущает легкость в организме, у него появляются силы. Есть несколько направлений в программах, то есть пульс-терапия можно каждый день делать утром и вечером. Если человек приезжает на короткий период времени, на 5-6-7 дней, и хочет быстро реабилитироваться. В основном это каждый день, либо каждые 2 дня, либо каждые 3 дня, но не позже каждых 3 дней. По количеству процедур минимально 6 процедур, максимально, в принципе, не ограничено, но в среднем от 10 до 25, в зависимости от телосложения. По килограмму максимально 3-5 килограмм. Уменьшение объемов тела в моем опыте с 52 размера до 48 размера. Женщину убирали эту процедуру за 10-14. Готовится полностью весь организм, обрабатывается полностью все тело, включая ладони, подошвы, воротниковую зону, переднюю поверхность, заднюю поверхность. В дальнейшем мы сделали подготовку и перешли на фокусные программы, направленные на определенное решение задачи. Если это уменьшение объемов, уменьшение там целлюлита, если это направлено на в плане эстетики. Если это направлено на реабилитацию, значит, убираем мышечные зажимы, болевые какие-то форматы в области суставов, сухожилий. Несмотря на то, что работа идет на поверхности, но вопросы все решаются достаточно очень глубоко. И здесь основная теория в этой технологии – это соединительно-тканная теория, которая говорит нам о том, что все наши ткани соединены между собой, но точка приложения вообще улучшение кровообращения и лимфодренажа. Светлана, скажите, как ваши ощущения после процедуры? Что вы? Ощущение полного комфорта и легкости. И она очень приятная. Насколько вам было болезненно? Безболезненно, совершенно. Это одна из самых моих любимых процедур. Я делаю ее постоянно, поддерживаю себя в тонусе. Это отличная процедура для поддержания контуров тела, для релакса и отличного настроения каждый день. Санаторий Приозерный, Республика Беларусь, Ксения Голд. А наша программа подходит к концу, и у меня к вам новое домашнее задание. Наступила осень, а это самое время укрепить свой организм. Пейте витаминчики и до встречи на следующей неделе. Помощь бывает разная. Слушать и слышать, когда в этом особенно нуждаются. Объединить тех, кто вместе может сделать больше. Доставлять то, что жизненно необходимо. Говорить простыми словами о трудном. Помогать тем, кто помогает всем нам. Быть благодарным и причастным. Каждый из нас может стать тем, кто не остается в стороне, кто действует во благо. Вместе мы сможем. Помогай с нами. Проведи лучшие моменты жизни в спа-центре отеля «Виктория». Бассейн, финская сауна, хамам.
косметические процедуры, спа-уходы за лицом и телом, маникюр, педикюр, модные стрижки, окраски, лазерная эпиляция, профессиональный массаж, стоун-терапия, солярий. Побалуй себя и получи гамму приятных ощущений. СПА-центр отеля «Виктория».